Всем привет, друзья, на связи Артур. В этом видео я хочу познакомить вас с новым проектом, о котором сейчас просто каждый ютубер, каждый в телеграме, да, на канале постит об этом проекте информацию. Просто вчера интернет взорвался, да, от именно пространства хайпов, пирамидосиков и тому подобных. Этот проект просто шумит, дай боже. Называется MetaFury, вот мы находимся на их сайте, и здесь сейчас предстартовое состояние, дают бонусы $15 за регистрацию и 4000 токенов вам на счет, которые в дальнейшем, я так понимаю, можно будет вывести. Еще не супер много информации по этому проекту, есть презентация. Итак, информация по слухам, что к чему, как происходит. Основное, почему эта тема сейчас хайпится, это потому что у них имеется очень крутой опыт администрирования до этого. Был проект Ether Connect, называется. И его фишка была в том, что токен с 10 центов вырос там до 400, до $500. Мы можем сейчас это посмотреть. И вот как раз таки сейчас они раздают свои токены, что в теории может привести к примерно такому же результату. Вот сейчас их токен меньше цента, да, в 10 раз меньше цента. Но проект уже как бы давно скам, и никакого движения здесь нету. А вот во время старта, давайте сейчас покажу, что было. И вы плюс-минус поймете, какие деньги можно было заработать раньше. Вот цена стартовала там с 10 центов. И вот дорастала 198. И свеча была выше скольки? Вот $475 максимальная цена. Это один день. На второй день еще можно было спокойно по $200, по 300 продать. И потом уже посыпалось $33 и так далее. Соответственно, если сейчас нам дают 4000 токенов, и спустя время их стоимость при листинге будет $63. Это $6500. Сейчас же начальная их стоимость вот так вот в долларах. Здесь идет поэтапное повышение стоимости. Вот 2, можно сказать, цента 4, 8, 16, 32, 64. И вот спустя получается 14 месяцев стоимость будет при листинге, я так понимаю, на DEX-бирже. $63. Как будет до этого вот эти все месяцы, можно ли продавать на сайте или нет, пока что неизвестно. Я делюсь этой возможностью, этой информацией, а вы уже решайте самостоятельно. Хайп идет просто бешеный. Вот 182 тысячи регистраций. Вчера я увидел проект, в обед было 160 регистраций тысяч. Я зарегистрировался, когда плюс-минус 170, вечером уже руки дошли. Вот сейчас 182, давайте обновим страничку, посмотрим, как изменяется. Вот 187, 986. Внизу показывается вот с каких стран. Казахстан, Россия, Узбекистан, Нигерия, Филиппины, Россия, там Украина. То есть постоянно, каждую минуту. Вот давайте обновим страничку. 980, хоп, сколько там, 4 или 6 человек, вот только что за пару секунд зарегистрировалась. У меня этих токенов 68400. Почему? Потому что за приглашение людей по своей реферальной ссылке они начисляют эти токены. Насколько мне известно, 2000 токенов за первую линию, 1200 если по вашей ссылке, потом еще по их ссылке 800, 500, 300 и 6 уровня в 20 в глубину еще по 200 токенов насыпают. Проект сам стартует 20 января, то есть я видео записываю 5 числа, еще 15 дней предстарта. Я посмотрел в ютубе, когда была какая информация, вот увидел видео 26 числа, было 37 тысяч регистраций. Потом 27 декабря 64 тысячи, дальше 29 число 90 тысяч, сегодня 5 число, мы видим 187 тысяч, просто что-то невероятное. Значит, что вам нужно сделать? В описании под видео есть вот такая ссылка. Вы ее копируете, либо же просто переходите. Есть определенные нюансы при регистрации. Вот, ID, кто вас пригласил, 455-41-982. Это мой. Дальше вы пишете имя. Я написал Артур Ноус. Дальше email. Желательно и обязательно указывать Gmail почту. Есть ребята, которые другую почту указывают. Вроде как проходит, но не вся. Там письмо приходит, подтверждающая вашу почту. На Gmail 100% приходит. Дальше выбираете вашу страну из списка. Прописываете номер мобильного телефона без плюсика. То есть сразу 8-0-99 и пошло. Вот, примерно так. Так же самое и Россия, и Украина. То есть без плюсика.
Просто пишем 8 сразу. Дальше пароль, повторяем пароль, нажимаем «Я не робот», да, капчу решаем и регистрация. После чего выскакивает окошко о том, что вам отправлено письмо, вы переходите. Может быть такое, что оно придет спустя минуту, 2, 5, но оно приходит. И уже как вы перешли по этой ссылке, у вас начислится 4000 токенов и 15 долларов на Форекс кредит. Я не знаю пока что честно, что с ними делать. Возможно, можно будет как-то проинвестировать, прокрутить и вытащить. Об этом всем я буду говорить дальше, после 20 числа, когда оно все стартанет, когда все это будет движуха. Вот, кстати, Next Halving. Это вот как раз таки информация по халвингу, когда цена будет дорожать. Изначальная стоимость 0.001, потом 2. 4, 8 и так далее. Вот получается, до следующего подорожания имеется у нас отсчет времени, таймер. То есть если будет возможность продать со старта по такой стоимости, мы получим 40 центов. Да, немного, но есть ребята, которые сюда делают сотни аккаунтов, тысячи аккаунтов. В теории со старта там и 400 долларов можно вытащить, если будет возможность продать. Но, естественно, нужно грамотно регистрировать, и, скорее всего, у них куча всяких примочек, которые будут блокировать аккаунты, если вы будете там совпадение по IP и тому подобные истории делать. Так что вот такая вот возможность есть. Пока что на этом вам все. Дальше ждем старта. Здесь также есть информация, вот у меня в телеграм-канале, по доходности, что будет от 5 до 36% в месяц пассив. Дорожная карта дропа, это то, что я вам показал, что будет листинг. Партнерская программа 6.3.2. Есть доход от дохода в 20 линий глубину. Доход по пассиву, я так понимаю, мы получаем условно, инвестировали сотку, вытащили 200. И нужно будет, по идее, делать реинвест. По пассиву плюс актив, это скорее всего по партнерской программе 400%, и нужно делать будет реинвест. Прикрепил полную презентацию, официальный чат, канал. Давайте посмотрим, было 24 или 27 тысяч, вот уже 35 тысяч людей здесь зарегистрировалось. То есть активность просто бешеная вокруг этого проекта, и пропускать его не стоит. Я не знаю, получится, выгорит, не выгорит, удастся нам заработать или нет. Но если в теории подождать там 14 месяцев и получить 6500, это будет мега круто. Что касательно их предыдущего проекта, Ether Connect, можете перейти посмотреть, много людей хайпилось на нем. Он тогда хорошо отработал именно по токену, по пассиву я не помню, люди что-то не сильно много вроде заработали, я тогда не участвовал, не помню по какой причине, но я тогда чего-то этот проект пропустил. Но знаю, что там с 50 долларов условно несколько тысяч сделали без проблем. С 10 тысяч, по-моему, 100 с чем-то тысяч сделали тоже вот налегке. То есть объемы здесь торгов большие, комьюнити большое. Я не помню, сколько, или 200 тысяч было в прошлом проекте или нет. Я просто не следил информацию за ним. Но вот здесь уже практически 200 тысяч. Это просто что-то невероятное. Постоянно обновляется информация, с каких стран люди присоединяются. Вот кому сколько было зачислено токенов. Слева у нас имеется вот халвинг. Также информация, что когда будет дата, каждое 20 число, подорожание данного токена. Моя вам рекомендация пока что, если есть возможность приглашать людей, набивать себе вот здесь вот токены. Сколько их будет, чем больше, тем лучше, я думаю, дороже в итоге. Может, они сделают как-то поэтапную разблокировку, что там каждый месяц условно по 10%. Может, сразу все. Пока что информации мало, но шумихи очень много. Поэтому делюсь с вами такой информацией. В принципе, остальным грузить вас сейчас не хочу, вот есть там и пакеты, да, какая доходность, там можно пригласить людей с вашим уровнем вклада, и у вас доходность удваивается, то есть куча всяких приколюшек. Это все будем после старта разбирать, когда будет возможность инвестировать, посмотрим, разберемся более подробно. Сейчас основная задача — это получить airdrop вот этот ихний, зарегистрироваться, подтвердить почту, главное все правильно сделать, как я сказал в видео. Это займет буквально несколько минут вашего времени, так что действуйте. Я думаю, данное видео вам было интересным и полезным. Обязательно поддержите его пальцем вверх и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. В Телеграме так точно нужно это сделать. Здесь информация в первую очередь, еще вчера вот поделился. На этом все, до скорых встреч, удачи и пока.